от имени объединенных дружин Запорожской и Днепропетровской областей обращение к хунте и ее ставленникам в наших регионах. Мы никогда не признаем оккупационную власть хунты. В более чем 40 населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей сформированы народные дружины быстрого реагирования, готовые по первому приказу объединенного штаба очистить нашу землю от оккупантов. Многие из нас служат в правоохранительных структурах и знают общий настрой наших сослуживцев. Они не будут выполнять преступных приказов хунты и при начале нашей операции перейдут на сторону народа. Мы не ходим на митинги. Мы выйдем только с одной целью – очистить нашу землю от нацистской олигархической погони. И этот час близок. Люди по кличке Беня, он же Коломойский, и Баран, он же Баранов, называющие себя губернаторами Днепропетровской и Запорожской областей, свою провокацию на вербное воскресенье переступили черту. В Запорожье были привезены свыше 2000 боевиков из футбольных ультрас ФК Днепров, Днепр, правого сектора, так называемых бойцов самообороны Майдана. За жесткое избиение простых запорожцев, мирно вышедших на улицу заявить о своих правах, каждый из этих наемников получил по 1200 гривен. При этом наемникам были выданы 800 бейсбольных бит, арматур, 200 травматических пистолетов, 800 газовых баллончиков, 50 пакетов с кислотой, 120 топориков и обеспечен их беспрепятственный въезд в Запорожье. С этой целью на въезде в город были поставлены блокпосты, якобы для защиты сторонников федерализации и борцов с нацистско-олигархическим режимом. Беня и Баран, мы обращаемся к вам. Вы должны срочно вывести все незаконные военные формирования с территории наших областей, а также освободить захваченные вами административные здания. Если вы будете продолжать свою террористическую деятельность, то вас ждет смерть. Запорожцы и днепропетровцы, наш час освобождения близок. Победа будет за нами.